Здорово, народ, меня зовут Шет, и сегодня мы с вами продолжим играть в игру Island Time. Вы мне писали большое количество всяких интересных лайфхаков, секретов и даже советов, как можно убежать, например, с острова. Давайте мы их сегодня проверим. Приятного просмотра, погнали! Ну что, ребят, добро пожаловать на Island Time в очередной раз. Сегодня мы с вами будем пытаться соблюсти идеальный баланс между чертовым крабом, моим животом и чайками. Посмотрим, сможем ли мы отсюда выбраться и что нам для этого пригодится вообще. Будем поджигать все дерьмо, будем хранить палки здесь. Ну, все, короче, как в прошлых видосах, как обычно. Сразу нам нужно будет копье. И дальше нам сразу нужно будет сделать кокосовую хреновину. Давай, кокосик, раз, два. Так, кокосик, братка, иди сюда. Вот так, три. Хоп, поймал. Четыре, все. Теперь рыбы. Пошли. Раз, рыба. Два. Три. И последняя рыбёха. Давай, давай. Оп-оп-оп. Давай сюда. Хоп. И четвертая рыба. Все. Я знаю, кстати, ребят, что можно поджигать костер, не используя два камня. Но какой смысл использовать два камня, если у меня есть копье еще? О май гаш, о май гаш, о май гаш, о май гаш. Все. Найс. Найс. Я пока живой. Начало не самое идеальное, но я пока живой. Так. Сейчас это все потухнет. Бревнышко лежит там, пожалуйста, окей. Давайте схаваем кокосик. Так, и сразу сделаем себе факел. Так, потрясающе. Чтобы, если увидим самолет, чтобы сразу его поджечь. Так, что? Что у нас тут еще есть? Бревно есть одно еще. В принципе, в идеале нам нужно держать костер всегда зажженным. Но у меня есть подозрение, что тогда просто мы можем все бревна спалить, и нам будет не на чем готовить еду. Так, чайка, я тебя вижу. Я тебя вижу, даже не пытайся. Даже не смотри в мою сторону, слышь ты? Вот так вот, детка, пошла нахер. Так, чувак, делись. Эй, ты. Эй, ты, крабик, делись давай своей клешней. Окей, клешней крабик не делится. Что у нас тут? Можно что-то вскопать. Подожди, я могу копать и даже обычным песком. Как это работает? Подозрительно. Так, лодка затонула. Погоди, а он все еще горит. Ты посмотри. Почему у меня постоянно горит? Почему постоянно это бревно горит? Потрясающе. Такс. Во, смотри, кокосик. Кокосик. Хоп-хоп. Такс. Ломаем тебя. Окейушки, окейушки. У нас тут еще одно бревно и еще один камень. Найс, найс. Так, золотую рыбку поймали. И последняя рыбеха. Ай, самолет, ну как так-то? Я в смысле так быстро полетел? Черт. Окей. Пошла, 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 чайка. Во, рыба, смотри, готовится. Она здесь. Оу, ее! Погоди, а рыба здесь готовится? Как она умудряется здесь готовиться? Ну, схаваем, чё? Чё бы нет-то? А, и она сгорела! В смысле ты сгорела? Как ты получилось? Да к черту это говно! Так, еще разок. Давай, экономим. Блин, экономим свои нервы и давайте аккуратненько рыбку поджарим. Вы мне говорили, что можно ее жарить на копье. На копье нельзя, ребят. Ну, по крайней мере, либо я что-то не так делаю. Так, кокосики. Хоп. Окей, раз. Акула пошла вон! Мои кокосы! Окей, кокосик. Кажется, я всрал. Не паникуй, все в порядке. Так. Давайте попробуем. Вы мне тут говорили, что можно соединить. Что можно соединить вот эти две вещи. Нет, не соединяется, ребят. Чего вы меня обманываете? Нельзя соединить рыбу, курицу и лимон. Так, ты готова? Ням. Ждем. Ты готова? Ням. Надо готовить рыбу на медленном огне. Вот так вот, детка, на медленном. И бревно кидай! О, кстати, смотри, оно потухло. Оно потухло даже если... Я его не в воду кинул! Ты, мразь, я отвлекся тут, понимаешь ли. А ты взяла и, короче, копье мое сперла. Ах ты, собака. Так, давай свою клешню. Я могу этой... Вот смотри, я могу этой клешней ловить рыбу. Так. Ага, могу притягивать, окей. Чё тут? Могу вот эту штуку трогать. Так. Ага, ну просто у меня хваталка получается. Рыбу ловить не могу. Вот что я хотел узнать. Скорее всего, могу ловить кокосы. Ха. Рыбка, сюда. Давай, рыба, давай, 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 давай. Оп. Вот так, деточка. Так, раз, два. Ха. Давай. Давай. Все. Не спалить весь остров, не спалить весь остров. Хваталка. Хваталка.
Ой, так, подожди. Гай, ё-моё! Нет! Нет! Не подожги весь остров, не подожги, не подожги, не подожги, рыбёха чёртова. Так, давай... Да ты пошла вон! Успел выхватить. Давай, поджигаем. Сейчас самолет полетит, я знаю. Ребята, сейчас полетит самолет. Самолет! Лети ко мне! Я готов тебя встречать! Ладно, окей. Так, пока, значит, полежи здесь. Давайте проверим, можно ли хваталкой хватать кокосы. О, можно. Удобно. Мне сейчас нужно еще сделать еще один обязательно вот этот кокосовый факел. Так, чайка, даже не смотри в мою сторону, ясно тебе? Даже не пытайся, я тебя приготовлю иначе. Самолет! 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 Я здесь! Я здесь! Я здесь, самолет! Эй! Чуваки, а чего мне сказали, что можно самолет привлечь этим факелом? Нихера не работает. Не привлекается. Он, ну как бы, я его как только увидел, сразу его сразу факел сделал. И самолет никак не среагировал. Ну как так работает, а? Ладно. Так. Нет, не теряйся. Не теряйся. На рыбочку одну. Вот так, Родима. Давай, рыбка, давай. Хопа. Вот так. Вся рыба моя. Вся рыба моя. Вот так вот, деточка. Нормально. Так, там почти приготовилась одна, ну ничего. Вот так, деточка, кушай. Да ты... Да пошла ты со своим черепом. Мне этот череп даже не нужен был. Ням, ням. Смотри, вы мне писали, что можно пробовать эту рыбу схватить вот этой хваталкой. Давай пробуем. Давай. Так, ты, чайка, даже не пытайся. Так, давай. Оп. А, окей, почти получилось. Так, чайка где-то здесь. Вон, что ты летаешь? Чё-то летаешь, вон! Я готов к тебе! Я готов! Пошла! Так, отбились. Хорошо, отбились. Мало еды. Настало время жать кокосы. Кто мне скажет, что я в прошлый раз не жал кокосы, поэтому умер? Ребята, я... В прошлый раз у меня эти кокосы были пустые, так что не надо бомбить. Давай. Поджигай все дерьмо. Вот так вот. Настало время рыбачить. Вот так, рыбочка свеженькая. Пошло. Ай-яй-яй, чертова чайка. У меня сперло... Бревно. Ну, бревно это не самое худшее на самом деле. Так, а что я могу еще схватить? Нет, это не надо. Давай вот, давай поближе. Вот. Нет, нельзя схватить, видимо. Раз кокос. Вон кокос. Давай иди сюда. Вот так, деточка. Нормальненько. Вот теперь у нас, фух, с вами еще еда. Еда есть. Мы выживаем уже. Пошла. Кокоса. Да ты мразь. Ну ты, ну кто так делает, а? Вот ты ж... Пойми, какая сволочь. А куда делась... Погоди, а куда делся монокль? Куда делся сраный монокль? Он был здесь. Он что, сгорел, что ли? Ну, чайка его точно не уносила. Потому что это вот сейчас... они у меня уносили только факела. Ха! Весело. О, новый рекорд. Ничего себе, какой красавчик, ребят. Новый рекорд поставил. Лайкосики. Пустая посылка, вы серьезно? Да пошли вы в сраку, ну. Кто так делает? Окей, ладно. Давай, согласен, давай кушать. Эй, да ты рука, трекайся. Давай, поджигай. Да поджигайся. Опять у меня что-то утащило. А в смысле я... Блин, опять. Блин, 13 минут на этот раз. Как очень... Как опасно увеличивается время, смотри. Я могу сейчас попытаться постоянно поддерживать огонь. То есть первый самолет прилетает раньше, чем... прилетает раньше, чем у меня заканчивается, по идее, все поджигательное. Так, деточка, иди сюда. Так, хорошо, вот, начиная с этого момента, ребят, костер у нас не должен потухать. А огонь теперь должен гореть всегда. И у нас с вами должен быть, конечно же, Иди сюда, деточка. И у нас, конечно, с вами должен быть факел. Так, и ты готова? Надеюсь, готово. Вот, у нас, конечно же, с вами должен быть факел, для того, чтобы мы могли в любой момент покричать самолету, что вот мы здесь. Давай. Так. Раз. И будем жечь, но если что, будем кокосы жечь, но я не знаю. Ну, реально. Если у нас сейчас будет костер потухать, то будем подбрасывать туда время от времени. Просто подбрасывать будем туда кокосы. Уже заговариваюсь. Ждем самолетик, ребят, ждем самолетик. И проверим теорию. Может ли самолет нам каким-то образом нам помочь? Ай, хорошо-то как. Где? Ага, давай, подлетай, не бойся. У меня тут специально для тебя костер горит, давай. Давай, сладенькая, давай, в атаку. В смысле, ты
ты сволочь! Кусок рыбы утащила. Ну ладно, окей. Да какая Golden Fish, чувак? Забудь. Кому нужна эта Golden Fish? Давай, давай, гори. Вот самолет, 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 самолет. Самолет! Эй, мужик! Мужик, хорош петли делать. Я здесь. Я здесь. Hello. Hello. Черт возьми. Вы меня обманули. Нельзя, не получается делать. Никаким образом этот человек тебя не сможет выловить. Сделай ты факел, не делай ты факел. Вообще всем насрать. Давай, три штуки. Нет, только две. Ладно, ну давай две рыбки сразу приготовим. Давай, рыбонька, давай. Во, готовится. Скушаем. Так. Слушай, тоже неплохо. Ладно, окей, тоже неплохо. Можно так делать. Интересно, копье не сгорит? Будет забавно, если копье сгорит. А вот так могу съесть? Ладно, не понял, но, наверное, могу. Че, чайка, проблемы? Подлетел, так я поняла, что... Не, здесь все охраняется. Чертовы чайки. Так, дайте мне вот эту рыбу. Оп, так вот, деточка. Че могу еще схватить интересного? Ты куда это полетела? Вылетела из океана, полетела в океан. Окей, ладно, почему нет? Интересно, что там за горизонтом? Можно ли тут как-нибудь уйти далеко-далеко из этого, от этого острова, чтобы там была еще какая-нибудь жизнь? Не знаю. Интересно посмотреть. Ставьте лайки, если тоже хотите узнать, что там где-то за горизонтом. Окей, рыбка. Ням-ням-ням. Рыбка, 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 рыбка. Ням-ням. Ням-ням. Так, чайка. Ага, это всего лишь... Это всего лишь вы. Такой краб сидит в огне. Ему пофиг вообще абсолютно. Знаете, что я думаю? А что будет, если я сожгу эту пальму? Она вообще загорится? Вот, я хочу сжечь прямо сейчас пальму. Давай, пальма, гори! Пальма! Давай! Не. Короче, что я могу сказать? Ипкамен, ипкамен, да нас вообще плевать. Так, давайте проверим, насколько можно жарить рыбу просто вот так вот, на солнышке. А? Так. Ой, иди в саку отсюда. Нифига себе, ты руку отрастил. Я что-то не обратил внимания. Откуда у тебя вторая клешня, чувак? Ты же мне ее отдал. Что она у тебя сейчас делает? Вот это да, вот это прикол. Я с крабом-мутантом. А так вот, детка, все это нахер. Пустой сундук. Потрясающе. Пустой сундук. Подожди, я могу поймать рыбу вот так? Нет, не могу. Только копьем. Только копьем. Окей. Ну. Вот так, детка. Я могу вообще теперь руками не пользоваться, смотри. Могу все, что нужно, делать прямо копьем. Копьем и хваталкой. Найс. Так. Главное сейчас правильные вещи делать. Давайте, рыбки, готовьтесь, готовьтесь. Ну-ну-ну-ну. Вот так вот. Проверяем. Съедобно. Съедобно. В смысле? Подожди. В смысле я умер? В смысле я умер? А почему не пишет, от чего я умер? Я сейчас хотел, вообще-то покушать хотел. Видимо, покушал я какую-то херовую рыбу, которая меня отравила. Потрясающе. Классно. Люблю эту тему. Ребят, напишите в комментариях, хотите вы увидеть, что в этой игре за горизонтом. Если да, тогда мы с вами исследуем этот момент. Если нет, тогда... Да, типа, я не знаю, что здесь еще делать. Пишите в комментарии, что вы думаете. Окей, на этом все. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить пальцы вверх и рассказывать о видео друзьям. Если вы здесь первый раз, тогда обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик для того, чтобы больше не пропускать мои новые видео. А с вами был Шет. Увидимся уже через несколько секунд в моих других видосах. На этом все. Удачи. Пока.